еда у меня готова. Значит, я решила поехать с Чарли погулять. Потому что у меня сегодня на вечер планы. На вечер. Мы сегодня с девчонками встречаемся. Точнее, не особо встречаемся. Сало достала. Потому что хочу... Сейчас щи буду разогревать с салом. Ой, как это вкусно. В общем, сегодня Танюша приезжает. Она мне, как всегда, яички привезет. И вкусняшки кое-какие. Ой, щи, ну не могу. Какой запах. Вот. И мы с ней встретимся. Ну, там еще, наверное, подойдет другая подружка тоже. Не знаю точно. И, в общем, решила с Чарли погулять на пляже. Ну, там такой ветроган, такой холодрыга. А я надела всего кофту, потому что храню вот так вот в это. Вот как это, пергаментная бумага. И в заморозке. В общем, холодно. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду. Так, 25 градусов, но там... А я кофточку надела. Говорю, прогноз-то сказал. Нормально так, тепло будет. Ага. Ой, замороженное сало резать. Ммм. Щи да сало. Ммм. Картошка фри. В общем, вот такие планы. Режем, пили замороженное сало. Я сегодня на ТикТок сняла. Мукбанг, да? Как я щи пробую. Кстати, у нас такой ветроган сегодня был. С утра. Да он и сейчас идет. В общем, этот цветок, он у меня... упал, все рассыпалось. Ой, бляха-муха, смотрите, улетает, твою мать. Ой, как его поставить-то, смотрите, все в земле. Куда его ставить, не знаю. Сейчас как-нибудь, куда-нибудь даже не знаю, куда его поставить. Мандыкается и все. Ветер уважит. Сюда, что ли, поставить. А как-нибудь... На улице тепло, хорошо, но ветер, страсть. Потом ночью пойду вытряхну вот этот балкон. Там земли пол горшка. Вот. Ну, а сейчас как-то неприлично, да, чтобы... Потом ночью. Видите, какой ураган. Задрало. Надо чуть-чуть... Ой. Чуть-чуть пропылесосить вот эту вот всю грязь. Все, эта земля уже задолбала. У нас февраль всегда очень такой ветреный. Вот он не холодно, но ветры. Это просто какой-то ураган все время. Чего ты там разговариваешь? В общем, сейчас чуть-чуть проберусь. Иду на встречу с девчонками. Как всегда, забыла маску. Домой возвращаться не стала. Там же Чарли. Я и так сначала один раз вернулась. За сумкой, потом еще раз с машины возьму. У них тут целый набор. Вообще надо уже поменять машину. Ветер, ну тепло так. Но я все равно кофтенку одела. Такую водолазочку. Потому что утром прям меня продуло. Так прохладненько было. Так. Иду. Видите, как завывает. Но на море намного леденее ветер, чем вот здесь у нас в городе. Там прям вообще холодно. Вот, так что пойдем кофе попьем, поболтаем. А то масем. У нас сейчас только вот такие вылазки. Мы Таньку ждем, как это, как ману небесную. Она нас собирает все. Когда нам вкусняшки разные привозят. И, как говорится, заодно
есть повод чай попить. А как иначе? Иначе нельзя никак встретиться. У меня с сердцем. А, у нас же Сан-Валентин скоро. Святой Валентин. Вот и сердце мне принесли. А они все болезники у них все там, они старые, разваливают. Здоровые тёлки на свете. Старые разваливаются. Так, дай людям сказать. Тут у ней вообще это мансонья, ромашка. Зим. Вот. Тебе, кстати, это очень долго заживает. Сейчас еще тортик принесу. Что мы так чай пьем? Нет, вот это вот мое. Это нам комплимент. Куда понесла? Надо забрать. Это нам комплимент такой дали. Комплимент отдать. Комплимент. Она вроде как говорит, у них там она совсем второстепенная. Мы идем в русский магазин. Таня поедет домой, а мы... Короче, в русский решила зайти, там что-нибудь вкусняшки какие-нибудь купить. Девочки, передайте привет. Ну, передали. Передали. Часа два сидели, чай пили. Мы прям как сели. Ой, гляньте, какие тапки классные. Розовые, такие суперские. Блин, такие классные. Розовые, девочки, розовые, розовые. Розовые тапки. Русская атмосфера. Затарились. Я тут вышел тоже в десятку. Угу. И набрала побольше. Таблетки, даже таблетки есть, представляете? Тульский пряник. О, вам немного небольшой обзор нашего магазина. Все, пошли? Короче, все. Эти у нас здесь как это? Где там? Ой, это что это у тебя тут такой в коробке красивое? Батюшки. И с ликера, наверное, да? А. Компот вишневый, ням-няшечки. 2,90. А, 2,85. Ну, я репортаж делаю. Репортаж. Я репортаж. Все, сделала репортаж. Невыгодно, что она тут открылась. Совсем мне это не нравится. Все, давай, пока. В русском купил такие крылышки. Прям обожаю я крылышки это копченые. Ням-ням-няшечки. 5,90 стоит. Вот чуть больше полкило. Сухари. Ностальгия. Вот такой чай. Смотрите, здесь прям должен быть вкусный. Состав почитала. Уже поставила чайник. Танюша мне напекла вот таких вот орешки с сгущенкой. И вот я у нее еще яички взяла, ее курочек. И все. Это презент от, как говорится, от продавателя. Презент от продавателя. От продавца. За орешки и за яйца. Вот авокадик дали. Так что вот так. Вот прям я не знаю. Ну, парочку съем, остальные, как всегда, заморожу. И сейчас вот буду себе чаек заваривать. Пахнет прям чай очень вкусно. Чуть не пойму, включился чайник? Нет, а что? А что он не включается, не понял. Не понял юмора. Чайник. Не включается. Что, сломался, что ли? Мы только его купили. Буду разбираться. Очень странно, но чайник что-то не фурычит. Что с ним случилось? Странно. Только недавно купили. Ну ладно. По старинке в кастрюльке. Нагреем водички. Но очень странно.
где наша не пропадала. Ты же меня пидманула, ты же меня. Чай обалденно пахнет. Заварю вот в кружке в термосе, чтоб прям, потому что там прям это ягодки, смотрите, сушеные ягодки. Ой, так, с девчонками, в общем, наболтались. 2 часа кофе пили. Ну, я потом еще взяла себе ромашку. Танюха успела к врачу сходить обратно, а мы все сидели и сидели. Болтали. Знаете, сухари в чай макать. Давно хотела. Что-то, мне кажется, они не ванильные. Я хотела бы ванильный. Так, в мой там это, мои вкусняшки положу. Давайте попробуем Танюхин орешек. Ой, я сегодня в ТикТок, а я вам говорила уже, наверное, да? Не забывайте подписываться на ТикТок тоже. Сниму тогда видосики почти каждый день. Сгущеночки не пожалела? Не пожалела. Немного в телефоне поковырялась, в общем. У нас наш город, чайник-то не работает, открыли, да, теперь на неделю. Раньше на 2 недели всегда открывали, а теперь на неделю и будут каждой неделе смотреть. В общем, можно спокойно выезжать, въезжать, никто тебя не будет останавливать. А то ведь как мне тут в последние дни-то постоянно кто-то останавливал. Ну-ка, чай попробую. Вкусный, невкусный. Ой, пахнет нереально. Знаете, как вот у меня дедушка раньше чай делал, он в чайник накидает, там в сад пойдет и соберет листья, не листья, а палки вот эти, малины, палки смородины, вишни. И вот чай также пахнет. И вот так мы пили чаи. Кстати, вкусные были. Не то, что сейчас. Нашла один чай вкусный. Но его никак нету, это. Говорит, на базе нету. Девочка, которая нам возит русские товары, говорит, нету на базе. Ты, говорит, не первая, которая спрашивает этот чай. Я говорю, ну так он вкусный. Надеемся, что этот будет вкусный. Я сейчас его разбавлю, потому что я прям там сильно много заварки кинула. Специально, чтобы разбавлять. И все. Ладно, друзья, я уже почти все смонтировала. Мне осталось только смыть красоту с лица. Что-то я замерзла. И пойду монтировать. Киви может сложить. Вот какой-то проткнула пальцем. Хотя он еще зеленоват. Туда попозже. Типа ужин у меня такой будет. Я уже съела одно яблоко. Один орешек при вас. И а пока согреюсь чаем. Так что всего самого лучшего и всем пока-пока.